Обзор Туи Восточной обыкновенной. У нас на сайте она написана как Туя Восточная на изгороди. И действительно из них делают прекрасные изгороди. У меня из нее очень много изгородей, практически все. Это тоже двухлетний сеянец. Ну, размер вы видите, да, до 40 сантиметров даже доходит. Я еще расти, извините меня, я не знаю, даже бомбить будет очень хорошо. Ну, рассаживается она примерно на... Ну, это на те изгороди, которые вы будете постригать. Рассаживается на метр по 5 штук я рассаживаю. Вообще прекрасно, тогда изгородь становится намного плотнее, и изгородь вы получите намного раньше. Я видел изгородь из такой туи примерно, ну вот, метр 50 по пояс, да, ну да, около метра. Прекрасно изгородь смотрится, ее каждый год обрезают, то есть можете, у меня до 2 метров есть изгороди, которые прекрасно тоже смотрятся. Туя Восточная отсылается тоже почтой, отправляется транспортная компания СДЭК. Отправляем мы сеянцы только по Российской Федерации. По СНГ мы, к сожалению, не отправляем. Кто хочет заказать, у нас ребята были, заказывали сеянец. Да, они через наши города, через Омск, через Астрахань. То есть, смотри-ка, если есть выход, как бы, то, пожалуйста, заказывайте. А отправляем только по России. Отправляется, я сказал, уже транспортной компанией и почтой России. Самовывоз тоже есть. Стоимость и описание все на нашем сайте. Ссылка на нее будет в описании этого ролика. Пожалуйста, заходите, проходите на сайт, смотрите и заказывайте. Заказы мы начинаем с 20 августа. А отправку начинаем позже. Почему предварительные заказы, а не сразу мы начинаем там, например, продавать и выкапывать одновременно? Потому что люди звонят и говорят: можно я забронирую, можно я забронирую. 60% звонит и просит меня, чтобы забронировать, чтобы перечислить мне деньги и чтобы это количество, которое они заказали, осталось у них уже на день выкопки. В день выкопки мы просто прозваниваем им, если они готовы принять, мы отправляем это все. Отправляем, и они уже там сами дорашивают. Это туя. Туя, еще раз не перестаю повторять, любит стоять в воде. На этом, я думаю, обзор закончен. С вами был Евгений Филимонов и питомник «Хвойный дворик». Thank you.